Доброго всем дня! Хочу рассказать, как я пикирую цветы. Быстро, легко. Беру я стаканчики. Дырочку я не делаю, дренажное отверстие, поэтому я кладу дренаж. Любой кирпич, керамзит или это пенопласт. Заполняю слегка, чтобы корневая система не замокала, а остатки водички сливались вниз. Значит, увлажняю грунтосмесь, которую уже приготовила, сюда положила. Делаю отверстие, ну, делаю я ножку, мне так удобно. Вот. Беру росточек. Тут один остался у меня, еще есть. Значит, сразу скажу, что я рассаду пикирую в состоянии где-то недель 3 после всхода. Значит, в углублении я кладу и ножиком направляю корневую систему, чтобы там не было завоздушин. И слегка обжимаю, ну, не нарушить, не обрезать корневую систему, это понятно. Обжимаю, если требуется, дополняю земли, либо это земля там из отдельно уже готовая, либо вот отсюда можно взять, чтобы показать. Конечно, как всегда, снимаешь видео, что-нибудь не то скажешь, либо некрасиво, либо грязно. Ну, что делать, огород дело такое тонкое, в грязи не поваляешься, ничего не посадишь. Это делается быстрее, чем можно это все рассказать. Смело, значит, берете корневую систему, вы особо там не повредите, не нарушите. Поставили, полили, убрали в темное место, притененное от прямых солнечных лучей, чтобы был период адаптации. Ну вот, только видели мы, как я пикировала сальвию. Теперь я эти же росточки показываю, что с ними произошло, как они выросли приблизительно полмесяца спустя, чуть больше. После пикировки сальвия очень быстро приходит чувство, ей это нравится, она тут же растет. Вот. Единственное, что мало света, поэтому вот между узлиями у сальвии чуть больше расстояние и немножечко тонковато она, поскольку тянется. И сейчас вся рассада тянется, не хватает всем подсветки у меня для всех, и невозможно всем ему уделить столько света, поэтому сколько дает нам природа. Вот, ну, многие цветы любят, чтобы их пошевелили, потрогали, попересаживали. Вот маленький кустик, некоторые сальвии даже дают боковые побеги и потом кустятся. Значит, я сальвию не прищипываю, поскольку у нее цветоносы идут из центрального ствола прямо уже до высадки в грунт. Обычно они уже прям цветут обильно и прям садишь уже цветущую сальвию. Поэтому я ее не трогаю. Она замечательно в грунте растет, зацветает, и из нее можно будет делать композиции. Желаю вам успеха, красоты на ваших участках.